Так, смотрим. Оттягивается, пока первый удар выбросил как раз его оппонент, пока Джон МакАлистер. Самое неспешное начало пока на сегодня. Соперники присматриваются, никто пока не рискует. Ну и активно работает правый Сара. Попал МакАлистер. Проверяет дистанцию джебом Саро. Пытался сбить руку правую, пока вход не пускают. Ну вот такие бои в Бернакл не жалуют на самом деле, когда очень долго стоят, очень долго думают. Но бойцы, у которых как раз есть опыт выступлений по боксу, они стараются вымерить дистанцию почетче и дальше уже начинают атаковать. Пошел вперед МакАлистер. Такое ощущение, что с закрытыми глазами. Он моргает в момент действия соперника. МакАлистер не очень хороший симптом, прямо скажем. И все смелее, все увереннее начинает работать Сара. МакАлистер приглашает оппонента драться. Но он пока держится на дистанции, еще пытается вымерить ее. Но больше в основном избивают они воздух перед лицом соперника, чем это лицо. Вот, отлично навстречу, перекрывается сейчас МакАлистер. Сразу же хватается за лицо и падает. По-моему, это все. Да, здесь нет. Будет подниматься на счет 8. Ну, чистым нокаутом побеждает Крис Сарро. По сути, первым же ударом Сарро выигрывает эту встречу.